Имеет при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио и видеопродукт, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. С этого уже хорошо знакомого текста для выпускников начался один из самых массовых экзаменов по выбору обществознания. В этом году 2650 ульяновских школьников отдали предпочтение именно этому предмету. Для проведения экзамена в регионе организовали 38 пунктов сдачи ЕГЭ, в том числе на базе 101-го губернаторского лицея. Здесь проверили свои знания 126 учеников из 5 школ города и области. Мы новый в этом году пункт 0196 впервые встречаем выпускников, участников единого государственного экзамена. Сегодня, 9 июня, на территории нашего пункта проходит экзамен по обществознанию. С точки зрения подготовленности наш пункт готов полностью. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа. Дополнительные материалы при сдаче ЕГЭ по обществознанию не используются. Кстати, контрольно-измерительные материалы в этом году изменили. Часть заданий с кратким ответом поменяли на задания с развернутым ответом. Экзамен по обществознанию не входит в число обязательных, однако он необходим тем, кто намерен поступать на юридические и гуманитарные специальности. Ребята рассказали, как готовились к важному дню. Готовился, занимался как индивидуально, так и с учителем обществознания Десятниковой Мариной Александровной. Планирую поступать в УЛГУ, экономическая безопасность, также управление государственное муниципальное, РАНХИКС и УЛГАУ. Ну, безусловно, любой 11-классник переживает и готовится весь год, старается. Но я считаю, что это всего лишь один из жизненных этапов, и при должных стараниях все будет хорошо. Несмотря на то, что свои двери для сдачи ЕГЭ 101-й губернаторский лицей открыл впервые, процедура самого тестирования здесь такая же, как и в других пунктах. Все строго, списать не получится, воспользоваться сотовым телефоном не вариант. Сигнал заглушает специальная техника. На входе металлоискатель, в аудиториях камеры и организаторы тестирования. В коридорах все то же самое, но еще и общественные наблюдатели. Сам процесс сдачи экзамена всегда волнителен и отнимает много сил у выпускников. Поэтому главная задача для взрослых – создать комфорт и безопасные условия для участников тестирования. Они должны быть готовы морально, эмоционально, настроены. В принципе, на линейке мы об этом проговорили и сказали, что в принципе положительное, позитивное настроение у всех организаторов, соответственно, только доброжелательные отношения, настрой на инструктаже мы подтвердили, то есть все нормально. Минимальное количество баллов ЕГЭ по обществознанию, необходимое для поступления в вузы по 100-бальной системе оценивания, составляет 45 баллов. Результаты тестирования огласят не позже 24 июня. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, УлПравда ТВ.